Автомобили Рено по госпрограммам со скидкой 10%. Терромобил на Янаульской 1А. 3 ноября 2017 года с 11 часов до 13:00 в здании Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета будет организована площадка для проведения просветительской акции «Большой этнографический диктант». Этот диктант проводится с целью выявления основных знаний населения Республики Северо-Запада Республики, жителей нашего города, о жителях, которые проживают в Российской Федерации, о народах, проживающих в нашем регионе. Диктант организован для всех желающих и для тех, кто интересуется этнографической наукой. И к диктанту также приглашаются учреждения основного образования, среднего профессионального и высшего образования северо-западных регионов Республики Башкортостан. У каждого будет свой номерной знак, и именно на него мы будем ориентироваться. То есть это чисто конфиденциальный такой вариант проведения диктанта. Участникам раздадут тесты. Диктант состоит из общефедеральных вопросов и вопросов по истории нашего региона. На поиск ответов отводится 45 минут. Всем, кто хочет присоединиться и проверить свои знания, надо прибыть в филиал БАШГУ на Трактовой 3 ноября к 11 утра.